Всем привет! Если вы хотите, чтобы месть двух семей поскорее закончилась, ставьте лайк, чтобы увидеть, сколько нас. Придя в особняк с оружием, Саид сильно разозлил Азаде, потому что она считает его виновным в том, что случилось с ее близкими. Она даже направила на него ружье, но баран помешал Азаде и не позволил ей выстрелить. Саид своим присутствием вновь напомнил о прошлом и вызвал гнев всех корабеев. Баран даже немного расплакался, и он едва ли сдерживал свои эмоции. Если баран или Саид захотят выстрелить друг друга, то Дилан закроет собой любого из них, потому что они оба дороги, как отец, так и баран. Дарья пока осталась безнаказанной, и она понимает, что ей все сошло с рук, поэтому она продолжит творить зло против Дилан. Но что бы она ни делала, сердце барана уже занято, и он никогда не даст ей шанс. Изумруд пострадал от рук Мине. Если бы она сразу обо всем рассказала Али, то этого бы не произошло. Если вы не хотите пропустить анонсы к новым сериям, тогда обязательно подписывайтесь на канал и не забудьте включить уведомления, нажав на колокольчик.